На календаре 13 января. В этот день в Самаре шумно и весело отмечали Новый год по тогдашнему календарю, который мы теперь называем старым. Самарские газеты только и делали, что писали про местных доброходов. Попечитель приходского училища Костерин пожертвовал на детскую елку 150 рублей. Купец Аржанов внес в пользу малоимущих жителей Самары 1000 рублей. На каждый новогодний праздник пивной король Альфред фон Вакана в своем доме на набережной собирал бедных детей и дарил им новое платье и обувь. Обычно готовилось до 1000 таких подарочных комплектов. На Соборной площади, ныне площадь Куйбышева, с Нового года до святок стояла огромная елка. Вокруг нее горожане водили хороводы, пели песни, стреляли друг друга из хлопушек, жгли бенгальские огни, из-за которых нередко загорались шубы и шапки. С ледяных горок с удовольствием катались не только дети, но и взрослые. Еще одна традиция зародилась благодаря Петру Первому. 13 января 1703 года вышла в свет первая российская газета «Ведомости». Ее тираж составил 1000 экземпляров, а в качестве выпускающего редактора издания выступил сам Петр Великий. В 1992-м в честь этого события был учрежден День российской печати. С тех самых пор и пошла традиция поздравлять 13 января всех работников СМИ. Тихо, погоду передают. Трудно представить нашу жизнь без этой фразы. 13 января 1872 года главная физическая обсерватория Петербурга выпустила первый метеорологический бюллетень. Он содержал сообщения 26 русских и двух зарубежных станций наблюдения. 13 января 1887 года фонды публичной библиотеки заметно выросли. Помог разнообразить книжные полки почетный гражданин Самары Константин Грот. Он подарил городской библиотеке 3 ящика книг. «Нельзя человеку, — говорил писатель Максим Горький, — отказывать в двух вещах — в хлебе и в книгах». Горький любил книги, собирал их и дорожил ими. Когда жил в Самаре, то частенько захаживал в Александровскую публичную библиотеку. И тогда рождались вот такие забавные истории. Он зашел в переполненный зал, и негде было сесть. В конце концов, он нашел на краешке стола свободное место, сел, и в этот же момент услышал голос. «Сударь, вы сели на мою шляпу?» Горький вскочил, и на его место плюхнулся человек, обладавший этим голосом. Ехидно засмеялся. А у нас... привычка такая, вот сгонять людей, которые садятся на свободное место. Горький повернулся, ударился еще головой об лампу, пошел искать другое место, нашел свободное место, сел и провалился в стеклянную витрину. В стеклянную музейную витрину. Когда он встал, он понял, что брюки его пострадали. Пятясь задом, он вышел на лестницу, спустился вниз к гардеробу, чтобы уйти из библиотеки, и вдруг увидел, как кто-то из посетителей пытается натянуть себе на ноги его шапку. Он отнял шапку и не нашел своих калош. Обратился к служителю, тот говорит: «Да не волнуйтесь, молодой человек, чтобы они не пропали, я положил вам пальто». Такие были порядки. Такие были порядки, такая была жизнь. Или такой был Горький. 13 января 1914 года в Сызрани открылось ремесленное училище для девочек. Здесь в течение 5 лет будущие мастерицы получали навыки шитья, кройки, осваивали корсетное и шляпное дело. 13 января – день рождения у многих известных людей. Певец Алексей Глызин, главный романтик нашей эстрады, родился 13 января в 1954-м. «Роковая красавица», «Железная леди» – так называют Ирину Апексимову. Популярная актриса театра и кино тоже сегодня принимает поздравления с днем рождения. День ангела у Михаила, Петра и Вероники. 13 января в народном календаре отмечался особо. Этот день называли «Васильев вечер», «Щедрый вечер». Святочные гадания на Васильев вечер всегда сбывались. Говорили, если загадает девица красная под Василия, все сбудется, а что сбудется, не минуется. Знакомство с датами продолжим завтра. До свидания.